магнитола, стандарт, работает на рок-чипе. Заявлена неисправность, магнитола не стартует. Уже была диагностика и с заказчиком на ремонт приобретены комплектующие для ремонта. Чтобы убедиться в неисправности, мы смотрим первую ножку с этой стороны. Ну, как видим, короткая. По 3,3 вольта чип МЦУ в КЗ. Здесь у нас стоит стабилизатор данного чипа. Посмотрим. 12 вольт приходит через 100-омный резистор. Попадает на стабилизатор и выход. Как видим, на выходе короткая. Необходимо будет снять плату, снять чип, проверить, ушло КЗ, и установить новый чип, прошить его. Перед дальнейшими манипуляциями установка чипа. Чип установлен в колодку, где данный чип успешно распознается. И в него загружена полностью прошивка. Осталось произвести замену неисправного на исправный. Плата уже набрала нужную температуру. Осталось прогреть немного феном сверху и произвести замену чипа. Приступим. Чип STM удачно заменен. Контроллер питания попутно тоже меняется. Не контроллер питания, а стаб питания. Магнитолу подано питание. Отлично. Магнитола включилась. В меню необходимо переобучить все кнопки. Они переобучены. И магнитола полностью работает. Сейчас небольшой тест на включение-выключение. И на этом замена и ремонт данной неисправности завершен.